День деревни Красная Горка отметили его жители. Праздничная программа состоялась в Доме культуры. Для гостей, в основном это были дети, устроили интерактивные игры, показали химическое шоу, фокусы, угостили сладостями и даже мороженым из азота. В общем, весело было всем и даже мне, когда просматривала видео, которое прислали коллеги из медиа-центра «Марфина». Спасибо за сотрудничество. Мы стараемся, чтобы дети всегда... После такой сложной ситуации, изоляции, локдауна, мы хотим, чтобы дети опять научились общаться, дружить вживую, а не по интернету.